или контент. Чё там? Чё там? Хочешь почитать? Расскажу о главном здании отеля. Начинаю снимать днем, нетрадиционно, потому что, мне кажется, сколько я ни пытался, утром народу было в лобби гораздо больше. Здание имеет круговую форму полностью по одному и по другому ярусу. Это вот видна линейка вилл, которые выходят на въезд в отель. Вверху вот такая вот прикольная статуя. Начну обзор с нулевого этажа. Такие вот цветочки на входе. И небольшой приветственный стол. Ну, скажем так, слабенько. Вот какой-то лимонад. Справа от входа находится ресепшн. В своем отзыве я расскажу о работе сотрудников в этом отеле. И слева находится гастролейшн. Есть русскоговорящие сотрудники. Пойду на правую сторону, как я уже говорил. Отель имеет полностью, ну не отель, а здание имеет полностью круглую форму, поэтому можно просто бродить по кругу. Это выход на территорию и прямая дорога к пляжу. Вот такие зоны отдыха. С этой стороны. Это лобби-бар, он работает круглосуточно, имеет выход на улицу. Вечером на улице играет живая музыка. Напитки все такие премиального класса, с этим все в порядке. Прекрасный вечер. Дальше находится вот магазин. Страны фото. Мираба. Двигаюсь дальше. Здесь будут по этой стене встречаться а-ля-карт рестораны. Также здесь находится бар. Он как бы спортбар, но такие-то маленькие телевизоры. Thank you.
сколько сортов пива. С Остапом было ходить. Также здесь лестница на второй этаж. Рядом лифт. Такое панорамное окно на внутреннюю часть двора. Вот статую опять видно. Дальше а-ля-карт ресторан. Это японский. Он за дополнительную плату. Но он работает не каждый день. Внизу вот японский ресторан здесь. Вот японский ресторан во время работы. Ну что-то думали, что сюда никто не ходит. А вот, пожалуйста, есть. Такая вот витрина с вином. Здесь также магазин. С ювелирными украшениями. Дальше магазины, ковры, чемоданы, вот, сумки, одежда. Такая вот территория панорамная, окно продолжается. Это проход в крыло отеля, где находятся номера. Живем в противоположном крыле. Магазин мелочей всяких. Парикмахерская. Двигаемся дальше по коридору. Напоминаю, что отель прошел в 22-м году полную реновацию. Абсолютно полную, было все отремонтировано. Главное здание, номера, ну и частично, конечно, территория. На лестнице на второй этаж. Ну и также лифт, конечно. Но, как бы скажу, когда мы вот впервые вошли в отель, знаете, вот первое впечатление, когда вот все новое бросается прямо запах вот этого нового всего. И он дает первое впечатление об отеле, но вот здесь как бы такой нюанс, что как бы зашли и вот этого эффекта не было. По этой стороне находятся комнаты всякие там для переговоров и так далее. И вот далее с левой стороны находится спа. Немного пройду по спа. Это вот крытый бассейн. Вот такой вот здесь как бы сад, панорамные окна, и они выходят на территорию, где лагуны вместе с виллами и правое крыло корпуса отеля, если смотреть лицом к морю. Полотенчики здесь. Здесь вообще в отеле везде как бы такая травка, деревья. Внутри я имею в виду, в самом здании. Все очень так зелено прямо. Вот такие спуски есть. Это такой детский бассейн, отделение. Стекло видно фитнес-центр. Сейчас мы туда обязательно зайдем. Вот с этой стороны есть выход на улицу. Также здесь в спа, сейчас я вам покажу, есть выход в балийский домик для массажа. Но это из массажных комнат. Отсюда виднеется хамам. Он, конечно, внутри, снаружи. Такое сооружение классное, нигде такого не видели, интересно, как будто большой тандыр какой-то. Может, он так и должен выглядеть, я не профи по хамамам. Кстати, дам вам такой инсайт, если получится, возможно, в следующий раз мы кое в каком отеле возьмем номер с хамамом и с джакузи на балконе.
немножко пройдусь в сторону массажных комнат и хамамов, парилок. Просто есть люди, мешать, конечно, не хочется. Так, сниму в общих чертах, чтобы никого не задевать. Вот здесь находятся парилки, сауны различные, так сказать. Хорошая атмосфера, паровая. Очень она мне нравится такая. Дальше вот. Ледяной дождь. Вот еще парилка. И здесь душ. Зимой, конечно, это все великолепно. Ой, очки запотели, камера запотела. Вход в хамам. Не буду заходить, потому что там сидят люди. Так, в общих чертах чуть-чуть покажу. Это сауна. 90 градусов. Ой, красота большая такая. Красивая, очень хорошо. И дальше здесь душевые комнаты. Здесь сауна 65 градусов, но там сидят люди, заходить не буду. Идем дальше, здесь витамин-бар. Мерба. Здесь можете попить детокс. Мерба. И фруктовые соки, также есть фрукты. И дальше зона отдыха. Это массажные комнаты. Сейчас зайду, покажу, что вроде никого нету. Такой вот вид. Здесь рядом тут же комната для релакса. Массажная комната с этой стороны. С таким видом. Да, осторожно, можно упасть, если занесет. Пройдем дальше. Где не занято, все покажу. Такая комната. Ну, эти, в принципе, дальше все идентичные. Зона отдыха. Конечно, отель после реновации полностью преобразился, потому что вчера мы заходили в Глорию Гольф. Там, конечно, просто пахнет старостью. Когда-то это, конечно, было круто, но надеемся, что в эту зиму отель тоже закроется на реновацию, и он полностью преобразится. Такая комната, это обертывание. Очень красивый интерьер, новый. Это массажная комната для двоих. Здесь вот можно выйти на улицу. Это вот балийский домик для массажа, о котором я вам говорил. Вообще, конечно, там
можете, если купить какие-то определенные пакеты процедур, то здесь все будет, конечно, включено, то, что вам нравится. Такой вот процедурный кабинет интересный. Двигаемся к выходу от массажных комнат. Да, тут, конечно, надо аккуратно, чуть-чуть занесет, и можно искупаться в бассейне. Понравилось, очень понравилось. Хорошая атмосфера, красивый дизайн очень. Двигаемся дальше. Тут вот какой-то административный кабинет. Там кто-то есть, заходить не буду. Но, видимо, это какие-то процедуры. Дальше по коридору. Видите, значит, какая-то косметологический кабинет. Приватный хамам. Такой шикарный диван. Картина. И вот такая атмосфера. Никого нет. Можно показать, как он укроет. Красивый дизайн. Халатики. Вот такой шикарный хамам. Звездное небо. Дальше проходим. Тоже процедурный кабинет. Это все уже связано с красотой бьюти-рум. Вот это да, лакшери бьюти-рум. Это тоже парикмахерская с другой стороны. Двигаюсь к выходу. Хочу, пользуясь случаем, передать привет Рустаму из спа-центра в отеле «Лужа». Я знаю, что он смотрит все обзоры. Привет, мы обязательно вернемся. Но пока у нас еще есть обязательства и планы, что нам хочется посетить. Но как только появится возможность, обязательно вернемся. Двигаемся на выход. Здесь все снял. Не знаю, как будет спа, одним обзором или включу в обзор с главного здания, посмотрим. Двигаемся дальше по круговой. Дальше фитнес-центр. Надеюсь, никого нет, будет спокойно. Вот он, Gloria Fit. Фитнес-центр тоже был полностью обновлен. Тренажеры техно-джим. Это вот ресепшн фитнес-центра. Дорожка беговая. Пресс. Гиперэкстензия. Брусья, турник. Что это такое? Я такое никогда не видел. Это что-то новое. Какие-то современные технологии. Не знаю, что это. Если сейчас кто-то будет, спрошу. У кого спросить. Принадлежности всякие для кроссфита там и так далее. Всяких таких занятий. Кстати, две вот по двум сторонам стены. Идем в зал. Здесь все как обычно. Все техноджим. Смит. Платформа. Заметил такую вещь. Для профессионалов блинов очень мало.
Я хожу как бы постоянно в зал, знаю, что ребята жмут столько, что это ни о чем, им просто. Бицепс ноги. Дальше два эллипса, велосипед, дорожки. Да, пресс не очень самый удобный. Ну, нормальный тренажер. На большую нагрузку очень хорошо. Это жим на грудь. Это плечи. Есть лестница. И вот такой на ноги. Кроссовер обычный. Это для бицепса. Всего лишь вот такой вот один стульчик. Гантельный ряд слабенький для профи. До 30 килограмм гантели. Одна лавка. Это раздевалка мужская. С другой стороны, соответственно, женская. Вы можете попить детокс. Мераба! Алло, мераба! Папарази! Папарази. YouTube channel! YouTube, супер! Ходим с фитнесом. И двигаемся дальше по кругу. Здесь туалеты. Туалеты, кстати, в отеле классные. Тоже все новенькое такое. Видите, свет загорается сам. Приятно, когда все новое, прямо супер. Говорю, только вот странно, что вот когда входишь в отель, ну здесь-то видно, что вся плитка полностью заменена. Как бы, ну или отшлифовано, я не знаю, может, я ошибаюсь, но прям здесь вот другой запах, а при входе на ресепшн, ну, как-то, я не знаю, нет вот этого запаха новизны. Вот, знаете, вот мы в прошлом году вошли в Каллинан, когда прям все прям идеально вообще просто было. Так, двигаемся дальше по кругу. Это где-то мы уже находимся у нашего крыла отеля. Да, вот коридор в наше крыло отеля. Вот такая вот выставка картин по сторонам. Потом проход к номерам. Сейчас немножко покажу, как выглядит изнутри. Оно пустое, как бы, не имеет середины, поэтому могу показать. Вот. Тут идет уборка, мини-бар пополнение. Мини-бар шикарный здесь. Смотрите обзор номера. Вот, это лифты. Если вы живете этажом выше там, или всего в здании 5 этажей в этом. Вот. Это проход. Вот мы живем здесь, с правой стороны. Здесь номера лагуны. А с этой стороны номера лагуны не имеют. Ну, у них там дальше, если пройти, есть бассейн. С той стороны немножко по-другому, но это все рассказано в обзоре территории отеля. Иду от номеров дальше. Это уже стена главного ресторана. Вот здесь, за этими стеклами, главный ресторан. Очень большой зал внутри и огромное количество мест на улице. Вот в Глории Гольф не так. Там маленький ресторан, маленькая раздача, но много мест на улице. Вот вход в главный ресторан. Зона отдыха тоже. Там туалет, лестница на второй этаж. И лифт. Конечно, главная достопримечательность ресторана – это вот аквариум большой. А самый в нем прикол – это, конечно, вот две мурены, на которых все смотрят. Вот они. Дети очень любят. Да все любят на них посмотреть.
вот одна живет все время в трубе, никогда не вылазит оттуда, а эта вот выплывает иногда. Кстати, здесь есть уже маленькая мурена, она живет вот в этой трубе. Ну, сейчас не видно ее, но она там есть точно. Дальше зона отдыха. Вход в главный ресторан и дальше еще аквариум. Обзоры, конечно, ресторана на канале это обязательно будут, это самое главное. Мы вернулись обратно в Gastrulation, к центральному входу, откуда начали. Сейчас буду подниматься на второй этаж. Вот лифт, но я пойду по лестнице. Я точно не знаю, но, по-моему, второго этажа в отеле раньше не было. Или что-то было по-другому, и он был пристроен, потому что он кардинально отличается от первого. Видно по архитектуре, он реально очень современный и прямо такой крутой. Вот я поднялся. Теперь пойду налево, опять же по кругу. Это винный шкаф. Здесь есть всевозможное вино. Ну, все, что нужно, короче. Вот так вот можете зайти, полистать, если вас пустят. Ценник здесь, хочу сказать, есть и по 1000 евро. Любые. Вот сейчас справа а-ля-карт ресторан. Работает вечером по предварительной записи. Что говоришь? 1000 евро. 1000 евро? Да, Ботега? Дон Периньон. А, ничего себе. Хороший шкаф. Да? Да. Это мороженое. Но обзор шоколадницы, мороженого и кондитерской. Это будет отдельный обзор. Здесь только так в общих чертах. Покажу туалет современный. Это вот касса. Чтобы пройти, нужно заплатить. Так вот, нажимаете потом. И он открывается. У меня просто это, проездной. Такие вот зеркала. Вот и дальше проход. Все классно, конечно, такой высокий потолок. Очень интересно. Современный такой космический корабль. Если не заплатили, вас обратно не выпустят. Нет. Вот, бесплатный мужской туалет. Вот так. Двигаемся дальше по кругу. Напоминаю, обзор мороженого, шоколадницы и кондитерской будет отдельно на канале. Входим на улицу. Вот такая терраса, зона отдыха. Здесь, конечно, вечером так кайфово, вообще просто супер. Вот вид на центральный вход. Двигаюсь дальше. Там дальше по кругу. Ну, я иду вокруг. Отель круговой, как вы поняли уже. Я же прошел полностью нижний ярус. Сейчас прохожу второй ярус. Вот здесь такой мост сделали, как бы, чтобы перейти над дорогой. Вот вид на внутренний дворик. Поднимаемся на переход. С этой стороны видно въезд в отель и немножко там категорию вилл, которые тут
вдоль дороги, немножко видно бассейн. Но это все смотрите в обзоре территории, тут нечего об этом рассказывать, как бы, потому что это все отдельно. Это вот вход в отель. Все очень зелено, красиво. Двигаюсь дальше. Дальше прямо по курсу. Это турецкий ресторан, он тоже а-ля карт, без предварительной записи. Вот эти вот, не знаю, как это назвать, но это, блин, настолько красиво. Не знаю, видно ли это через камеру, но это просто вообще произведение искусства. А как оно все светится ночью, это просто пипец. Все это тоже подсвечивается. Вот такой вот вид. Конечно, вечером красиво как сделано. Прикольно. Немножко терраса. По надобности выставляются столики, открываются вот зонтики. Хожу в турецкий ресторан с этой стороны. Вот такой дизайн. Сейчас сделаю вставочку, как он работает вечером. Мераба! Мераба! Так, выходим из турецкого ресторана и проходим дальше по кругу. Вот здесь опять спуск на первый этаж. Здесь туалет мужской вот с таким дизайном. Вообще круто. Прям очень-очень все круто отреновировали, прям современно, классно. Движемся дальше. Кстати, хозяйка отеля, она сама живет в отеле, на самой большой вилле. Она почти каждый день приходит плавать в море. Проплывает 2 километра. Рядом с ней, конечно, плывет спасатель. В это время обычно не курсируют катера и всякий водный спорт. Женщина очень пожилая, но, понимаете, проплыть километр в море и обратно без посторонней помощи, это, конечно, большого стоит в таком возрасте. Уважение полное вообще. Молодец, это... Я не знаю, я такого раньше не слышал даже. Хозяйка отеля – это бывшая жена, но так как, к сожалению, муж ее скончался уже, строительного магната турецкого. Это он построил в свое время, открыл этот гостиничный бизнес «Глория» из 3 отелей. Че, Лиль, все? Спасибо. Пошли. Пошли домой. Давай. Идем дальше. Опять входим в здание. И вот это вот, ребят, это место, которое не просто нам понравилось, оно понравилось нам просто полный восторг. Здесь такие завтраки, великолепные обеды.
Здесь есть также суши. Очень вкусные. Некоторые даже говорят, что вкуснее, чем в японском ресторане готовят. Одно из самых великолепных мест. Сейчас увидите, как оно работает. Это ланч, да? Меню. Угу. Ну что, Лиль, выбрала что-нибудь? Ну, суши, само собой. Салат из лосося. Зеленый салат. И на это. На десерт. Мороженое. Да, и баклава, что-то еще мороженое. Мороженое и еще мороженое. Так, что там салат? 8 евро. С лососем салат. Так. Ну, это если 50%, то 4 евро. Ну, давай, давай, говори. Мороженое по 9. По 9 евро. 9. 18, 26 евро и... 26. Ну, а суши, я не знаю, сколько стоит. И сок, я не знаю, сколько стоит. Сок. Короче, полтинник. Евро? Мы обедали? Да. Ну, скидка 25. 25 евро. Это если они к нам придут. А если мы к ним придем? Да не уж, лучше я здесь пообедаю. Почему? За бесплатно. Почему? Чем там за 50 евро. А, со скидкой за 25. Видишь ты какой. Да, я уж лучше здесь за бесплатно. Перебираешь все за бесплатно. Ты уж все уплатил. Давно. Да, я уже все уплатил. Так, принесли роллы нам, суши. Очень хороший ресторан, нам очень понравился. Сашими, да. Палочка заказать? Спасибо. Ну, ну что? Приятного аппетита всем. Приятного. Вот это я люблю. Да, очень вкусно здесь, очень. Дальше кюродрим. Очень мне понравился вот этот салат из лосося. Он состоит из лосося. Из лосося и вот это вот, что рядом лежит. Очень вкусный. Ну и напоследок принесли десерт. Она прям... Кто? Кусочки клюквы? Ну я ж тебе дала. Mm. Ну как, вкусно? Очень вкусно. Так интересно сделано, да? Рекомендуем. Какая-то хрустящая прям. Туалеты, и вот начинается такое, зона отдыха такая. Конечно, здесь есть вот такая большая терраса круговая, которая вот движется там до самой кондитерской, там перемычка и опять терраса. Здесь уже такая мебель с современным дизайном. Это бар.
сейчас покажу поближе. Ну, не знаю, как бы мы для интереса заказали здесь один коктейльчик. Ну, так, чисто для красоты. Ну, знаете, как, бывают бармены, прям артисты такие веселые, доброжелательные. Наверное, так сработал просто без эмоций. Ну, ничего страшного. Нам, в принципе, это вообще все равно. Такая зона отдыха. Здесь очень интересные всякие секционные столы, секционные диваны. Понравилась очень одна штучка. Сейчас покажу. Такой столик с шаром. Такой столик. Это выход на террасу. Сейчас покажу. Вот, пожалуйста, такой прекрасный вид, вот мебель. Это все плавно перетекает вот в террасу ресторана, там видно. И вот вид на территорию, на реку, за рекой море. Вот тут сундучок один очень классный, понравился Лиле, прям очень. Говорит, забери его, когда будешь снимать здание, домой заберем. Для чем-то ей нужен, хотя у нее этих сундучков там всяких, я не знаю, очень много. Ну, придется забрать. Такой столик, книжечка Louis Vuitton. Дальше двигаюсь вот в сторону кондитерской. Хорошая здесь атмосфера, приятная. Днем здесь прохладно, немного народу. Сейчас покажу диван, который Лиле понравился. Просто там люди сидели как бы. Вот он. Секционный диванчик и секционный столик. Не знаю, почему-то ей очень понравилось. Такой вот столик. Здесь вот Tom Ford. У них это золото, я вчера разлил, оно застыло. Ну, ладно, пусть будет им для красоты. Дальше вот кондитерская. Напоминаю, это будет отдельный обзор. Смотрите на канале. И здесь вот шоколадница. Это вот видите, то, что там течет по стене, это шоколад.
Такого нигде не видели, очень прикольно. В общем-то, по главному зданию все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. Буду рад. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. 97% смотрят без подписки. Это вообще, что же это такое? Подписка помогает продвигаться видео очень. Так что не забывайте оценить мою работу. Лиля тоже очень старается. Все, всем пока. Спускаюсь вниз. Она там уже, наверное, обзагоралась. Она не пошла на пляж, а загорает там внизу на террасе. Все, всем пока. Кстати, у меня нет ключа. Не знаю, откроет она мне сейчас. Или она правда на террасе загорает. Может, работает. Она просто пошла поработать, поэтому не пошла снимать со мной. У нее там какие-то важные дела, какие-то с банками, какие-то переписки. То, что банки работают плохо, не дают вовремя все. Позвонил ей. Будет открывать или нет, интересно. Чувствую, придется мне обходить с обратной стороны. Кстати, это проход в гейм-центр. Совсем забыл об этом рассказать. И на арену представлений. Вот заодно как раз. Конечно, я уже снял его. Но вот забыл соединить. Вот сейчас еще увидите, как работает гейм-центр и арена представлений. Амфитеатр. Это гейм-центр. Такие здесь всякие аттракционы, все для детей. Но не все, это для взрослых развлечения. Это развлечение для взрослых. Такой огромный бильярд, почему-то закрыт. Здесь еще 3 бильярдных стола и боулинг. Такой эскалатор. Кто-то там знакомый наверху. Совсем спуск сразу. Нужно немножко пройти. Не выпадай. Давай. Да. Бежала. Как бежала.
Куда ты пошел? Одно незаконченное дело. Кафетерий там. Шкатулочку поставь на место. Сама просила. Пошли домой. Домой уже? А что, уже твое корыце пустое? Ты же видишь, я устал. Корыце, тут еще у тебя пирожное осталось. Я больше не могу. Конечно, ты тут мое сердце вот съел. Да. Наполовину. Сердце я съел целиком. Пошли, пошли, пошли. Здравствуй, дружок. Умываешься на мостике, да? Даже внимания не обращаешь.